Желаем ваши аплодисменты. Спасибо. Добрый день, рад вас всех видеть. Я не буду вас долго задерживать и попрошу вас проникнуться, открыть свои чувства. И пускай, дай Бог, чтобы это кино попало в каждого из вас. Юлия Макарова. Для меня очень волнительно, потому что все это происходит с премьеры со мной в первый раз. Когда я снималась в «Тоболе», я была на третьем курсе ГИТИСа, поэтому первое, но всегда самое запоминающееся. И я очень полюбила «Тобол», и желаю, чтобы вы его полюбили так же, как я. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Добрый вечер. Вам всем известно то, что снимать кино – это огромный труд. И мне бы очень хотелось, чтобы наш труд, наша работа совместная вам понравилась. Приятного просмотра.